Я, так у меня в чем ваша проблема? Вообще, в принципе, в чем ваша проблема? Вот в чем, в принципе, ваша проблема? Эй! Вот в чем, в принципе, ваша проблема? Эй! Всем привет, дорогие друзья! Срочный видеосюжет. Несколько уже телевизионных каналов обратились к нам сегодня в течение нескольких часов. Хотели бы пообщаться с водителем, героем данного видео. Я с вами не ругалась матом. Я говорю, если вы не заметили, мой тон в два раза ниже вашего. Проблема? Вы чего меня бьете? Здесь видео записано. В принципе, что вы начали меня ругаться. В чем ваша проблема? Я с вами не ругался. Ваша проблема? Охуеть! Уважаемые коллеги, автотехцентр «Ютес Авто» предоставляет следующие виды услуг. Ремонт двигателя, ремонт КПП, ремонт ходовой части, компьютерная диагностика, развал схождения, сварочные работы, автоэлектрика и многое другое. В компании «Ютес Авто» вы можете поменять масло по промокоду коду «Прожить таксиста» всего за 400 рублей. Все основные виды слесарных работ в удобном местоположении на Воробьевском шоссе, дом 2. Можно сделать диагностику электрооборудования с помощью профессионального сканера. А? Что? Так полиция в чем ваша вызывает? Проблема? Вообще, в принципе, в чем ваша проблема? Вот в чем, в принципе, ваша проблема? Эй! Вот в чем, в принципе, ваша проблема? Эй! Чтобы вы начали на меня ругаться. Я не ругался. Так вот и не вы надо начали ругаться. Матом ругаться. Выйдите домой. Выйдите из машины. Выйдите из машины. Это по-вашему нормальное поведение? Довезли домой. Это все, что я хочу. Выходите из машины. Прошу вас, выйти из машины. Этот человек на меня напал. Вот эта женщина на меня напала. Вы будете во всех пабликах, я вам обещаю. Выходите из машины, пока я полицию не вызвал. И видно на видео, как вы меня ударили по лицу. Не выйдите, я выложу все в интернет. И для начала извинитесь. Я не буду извиняться. За то, что вы меня ударили в глаз, вы не будете извиняться. Я вообще вас не ударяла. Телефона дайте мне, пожалуйста, мой. Я вас не ударяла в глаз. Телефона дайте. Я вас не ударяла в глаз. Поэтому обращаюсь ко всем вам. Если кто-то знает водителя, если кто-то знает, что произошло, чем закончилось и вообще по этой истории, просьба, скиньте данное видео водителю, пусть свяжется. Очень нужен комментарий этого водителя на телевидении. Население находится в напряжении, и обязательно в машине нужно иметь видеорегистратор, как и назад, так и вперед. Это убережет вас от неприятных ситуаций. Недавно, не так давно человек, который отвез девушку, ну, просто взял ее от борта, она написала на него заявление, и все, он сидит в тюрьме. Не было видеорегистратора, никак не смог доказать, это у него был рецидив, но человек, в принципе, по нему было видно, что он ничего с ней не делал. Мы сделаем об этом отдельный видеосюжет, долгий судебный процесс, мы были на суде, но это уже тема отдельного ролика, поэтому все фиксируйте на видео, друзья. Всем удачи. Если вы хотите арендовать автомобиль на самых выгодных условиях, в компанию 495 в новом году приходит партия новых Polo. Приятные новогодние сюрпризы, пишем прямо сейчас.